На днях в поселке Сангар в церкви Крестовоздвиженского прихода состоялась божественная литургия, посвященная 15-летию обоснования здесь храма. Татьяна Владимирова продолжит тему. В день празднования воздвижения честного и животворящего креста Господня от имени муниципального образования Кобяйский Улус район глава Улуса Игнатий Спиридонов вручил старости храма денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. И администрации поселка Сангар также выделены денежные средства на приобретение утвари и ремонта церкви. Эта церковь была образована в 2001 году. Было построено пожертвование наших жителей поселка и предпринимателей. Церковь Подвижения Христа Господне даст нашему району развитие православия. В 2011 году в Кобяйском Улусе была разработана программа «Духовно-нравственное воспитание на основе общечеловеческих ценностей на 2011 год», целью которой являлось духовное развитие личности на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций. Данная программа была принята Улусной сессией депутатов в части финансирования материально-технической базы церкви Крестовоздвиженского прихода. Благодаря этой программе было выделено 100 тысяч рублей для капитального ремонта. Из-за года в год Крестовоздвиженской церкви ведутся работы по ремонту здания благодаря материальной помощи местного населения и индивидуальных предпринимателей поселка Сангар. Так, за последние 5 лет проделано немало. Построили новую колокольню и установлен сам колокол. В этом году обновлен иконостас. Заказали новые иконы, поменяли каркас иконостаса. Великий 12-й праздник воздвижения Честного Креста Господня. Это один из 12 самых главных праздников православной церкви. В наш же храм, который освящен в честь этого события, сегодня в этот день еще и празднует свой юбилей, 15-летие. Это, конечно же, не самый большой юбилей, не самая большая дата, но очень значительная для поселка Сангар и для всех жителей, прихожан нашего храма. До конца этого месяца настоятель храма отец Сергий будет вести богослужение в поселке Сангар. Татьяна Владимирова, НВК Саха, поселок Сангар,